Всем привет! Мобильный оператор Мегафон обновил свою основную линейку тарифов «Включайся» 16 апреля 2020 года, а предыдущие версии отправил в архив, добавив к названию 04.20. Сравним новые и старые тарифы на примере Москвы и области. В бонус – дополнительная информация по одному из регионов – Иркутск и Иркутская область. «Включайся, смотри». В Москве ничего интересного. В Иркутске замечено повышение абонентской платы на 50 рублей, до 700 рублей за 30 дней. Также нормальный безлимит внутри сети, не расходующий пакет минут, канул в лету. Теперь звонки на Мегафон безлимитны только после окончания пакета минут. Включайся, общайся. Размер абонентской платы уменьшился. Теперь она официально составляет 500 рублей за 30 дней, без всяких акционных скидок. Зато теперь на тарифе «Включайся, общайся» опция «Безлимитный интернет» предоставляется платно. В Омской области 150 рублей за первые 30 дней, далее 5 рублей в сутки. В Санкт-Петербурге и области, а также в Иркутске и области 100 рублей за первые 30 дней, далее 3 рубля 33 копейки в сутки. А в Москве и области 300 рублей за первые 30 дней, далее 10 рублей в сутки. Цитата из подробного описания. Для Москвы и области. При условии подключения опции «Безлимитный интернет» абоненту предоставляется безлимитный по объему трафика доступ в интернет дома и в поездках по России, за исключением Республики Крым и города Севастополь. При подключении опции единоразово списывается абонентская плата за 30 дней использования опции в размере 300 рублей. Начиная с 31 дня действия опции и далее, абонентская плата за опцию списывается ежесуточно в размере 10 рублей. Я думаю, что не нужно объяснять то, что тариф, который многие выбирали именно из-за относительно недорогого безлимитного мобильного интернета, стал значительно хуже. «Включайся, говори». Повышение абонентской платы на 10%. В Москве и области больше никаких изменений. В большинстве регионов такого тарифа и вовсе нет с 2019 года. «Включайся, развлекайся». Абонентская плата выросла на 150 рублей, плюс 33%. И составляет теперь аж 600 рублей в месяц. Пакет минут увеличился аж в 6 раз, но безлимит внутри сети теперь действует только после окончания пакета минут, что, разумеется, хуже, чем было. Если вы звоните в основном на номера Мегафона, то 100 минут плюс нормальный безлимит внутри сети может оказаться даже лучше, чем 600 минут. Пакет минут расходуется, как и раньше, только на местные мобильные номера. Пакет мобильного интернета увеличен в 2 раза, с 15 до 30 гигабайт. Но из списка безлимитных сервисов пропали музыка и видео, включая и безлимитный YouTube, которым Мегафон так гордился, рассказывая об этом тарифе. И да, из всех сервисов именно YouTube является наиболее голодным до трафика. Кстати, вот такая картинка до сих пор сопровождает описание тарифа на официальном сайте. С безлимитом на YouTube, ну только без него. В Иркутске и области количество минут урезали на 100, стало 300. Пакет интернета уменьшился с 25 до 10 гигабайт. А также пропали безлимитные сервисы, музыка, видео и социальные сети. Остались только безлимитные мессенджеры. Нужно ли лишний раз говорить, что тариф стал хуже? Но Мегафон считает, что это настоящий хит. Включайся премиум. Изменение только одно. Теперь на тарифе нет нормального безлимита внутри сети. Это справедливо как для Москвы, так и для Иркутска. Включайся, пиши. В Москве изменений не замечено. В Иркутске добавили к пакету минут 100 единиц. Общее сведение. Мегафон убрал на ряде тарифов нормальный безлимит внутри сети. Но его все еще можно подключить по акции до 31 мая 2020 года через мобильное приложение. Подробнее в одном из прошлых роликов. Ссылка в подсказке в правом верхнем углу. Мегафон завершил свою акцию со скидками на тариф при покупке новых сим-карт. Теперь размер абонентской платы не отличается в зависимости от того, перешли вы на тариф или же купили новую сим-карту. Соответственно, исчез и пункт в подробном описании, который гласил о том, что скидка отменяется, если вы отправитесь в другой регион на срок более 30 дней. Личное мнение. Как многие и боялись, опция «Безлимитный интернет» для тарифа «Включайся, общайся» стала платной. Хорошо, что не на действующих тарифах, а только на новых. Ну и пока что, во всяком случае. Нормальный безлимит внутри сети теперь можно только выиграть в мобильном приложении, где помимо него могут втюхать еще различного рода призы. Как полезные, так и вредные. «Включайся, развлекайся» ухудшили в разных регионах по-разному. Где-то подняли цену.
где-то урезали пакеты, а где-то и то, и другое. Ну что ж, господа, ждем анонса нового обновления тарифов, если вы понимаете, о чем я. И на этом у меня все. Оценивайте видео, подписывайтесь на канал.